Добрый вечер, дорогие друзья. Буква закона в прямом эфире 12 канала. Я ведущий Владимир Мутовкин. И сегодня у нас в гостях Ольга Владимировна Фрик, нотариус города Омска, кандидат юридических наук. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы взяли для себя тему обширную, с одной стороны, а с другой очень важную. Я узнал с удивлением для себя, что нотариус – это вторая по древности после судьи профессия. Вот сначала появились судьи, которые, собственно, осуществляли процессуальный процесс, выясняли, кто виновный, а вслед за ними в юридической науке, в юридической истории появились нотариусы. Объясните, зачем такая должность вообще необходима, почему она так рано появилась, и что сейчас нотариусы делают, почему к ним необходимо обращаться? Вы знаете, нотариат – это институт родственный суду. Хотя если суд у нас разрешает судебные споры, то нотариус нужен для того, чтобы предотвратить судебный спор. Поэтому не случайно есть даже такая поговорка о том, что лучше согласиться в правах и обязанностях у нотариуса, чем впоследствии доказывать, оспаривать свои права в суде. Поэтому нотариус прежде всего предотвращает судебные споры. Он и примиряет стороны, а с одной стороны, а с другой стороны он создает так называемые документы, которые носят повышенную доказательственную силу. То есть это не просто документ, составленный на коленке, да, как очень часто бывает, когда мы говорим о некоторых видах сделок, которые заключаются в простой письменной форме или дистанционно, а о документе, который имеет особую юридическую силу и особую доказательственную силу, даже для суда. То есть этот документ сложно оспорить. Мне просто сейчас начинает становиться понятен смысл выражения «бессудные судьи». То есть люди, которые без суда решают вопросы, с которыми можно, в принципе, прийти в суд, но зачем, если можно обратиться к нотариусу? Так получается? Вы знаете, здесь вот я хочу привести пример, наверное, такой очень простой, чтобы было понятно. Моя коллега московская нотариус удостоверила завещание от имени пожилой женщины. Угу. Пожилая женщина решила завещать свою квартиру, в которой она жила вместе с младшим сыном, ребенком, своему младшему сыну, потому что он за ней ухаживал и так далее. Нотариус удостоверила завещание. Впоследствии оно вступило в силу в связи со смертью завещателя. Завещание вступает в силу. И второй ребенок, старший сын, пришел к нотариусу и сказал: «Вы знаете, я буду оспаривать завещание. Я считаю, что мама была не в себе, ее решение недобровольно, и я обязательно оспорю это завещание в суде». Что должна в этом случае сделать нотариус? Приостановить выдачу наследнику по завещанию свидетельства и дождаться решения суда. Но здесь произошла другая ситуация. Нотариус сказала о том, что порядок составления завещания был мной зафиксирован на камеру. То есть произошла видеофиксация нотариального действия. Сейчас это вообще входит в практику, да, насколько я знаю. Да, сейчас это входит в практику, поэтому вы можете посмотреть. И в итоге наследник по закону, то есть старший сын, он передумал обращаться в суд, тратить деньги на адвоката и так далее, поскольку было очевидно, что нотариус при удостоверении завещания обязательно проверила волю, установила желание лица составить именно такое завещание и проверила, насколько вообще человек ориентируется во времени, в пространстве, то есть насколько он понимает, осознает суть происходящего и тот документ, который он составляет и подписывает, насколько ему понятно его содержание. Вот таким образом нотариус предотвратила возможный судебный спор, и воля умершего, она в данном случае реализовалась. Мне понятно. Кажется, это очень Я важно. Хочу напомнить нашим телезрителям, что вы можете задавать свои вопросы, телефон увидите на наших экранах, можно также писать в WhatsApp или зайти в Telegram, если вы хотите, там есть канал «Буква закона», там тоже можете писать свои вопросы. Просто чтобы далеко от темы квартиры не уходить, телезритель нас спрашивает: спросите, пожалуйста, какие документы надо восстановить на квартиру в случае потери свидетельства на квартиру и техпаспорта? Вы знаете, речь о каком свидетельстве идет речь? Если это свидетельство о праве на наследство, то вы всегда можете получить дубликат у нотариуса, потому что документы у нотариуса некоторые хранятся более 90 лет. Если же речь идет о свидетельстве о государственной регистрации права на квартиру, то это не правоустанавливающий документ. Это документ, подтверждающий регистрацию права. И подтвердить регистрацию права вы сейчас можете не свидетельством, а выпиской. Заказать вы ее можете через многофункциональные центры в Росреестре. И эта выписка, она даст ту же информацию, что и свидетельство. Сейчас вот о чем нужно думать, чтобы обязательно сохранить правоустанавливающий документ. То есть если вы купили квартиру, значит, это договор купли-продажи. Если унаследовали, это свидетельство о праве на наследство. То есть вот этот документ, он наиболее важен, и, конечно, его нужно хранить. Но если он у вас оформлен в нотариальном порядке, вы всегда можете получить дубликат у нотариуса.
Поэтому здесь не стоит переживать. Спасибо большое. Вы упомянули 90 лет. Означает ли это, что этот архив хранится у нотариуса где-то или где-то централизованно? Вы сдаете бумаги? Не знаю. Вы знаете, сейчас будет и централизованный архив, но пока какие-то документы мы много лет храним у себя. Это означает, что можно вернуться как бы и получить необходимые документы, если сделка через нотариуса совершена, даже если ваши документы каким-то образом оказались не у вас, пропали, исчезли, украдены. Все равно эту всю цепочку можно будет через нотариуса восстановить. Да, конечно, вы приходите с заявлением о выдаче дубликата, и нотариус, вы как участник сделки, имеете право всегда получить дубликат. То здесь вот в этом плане не стоит как-то переживать. Архивы хранятся, к ним очень серьезные требования предъявляются, то есть обрабатываются и так далее. То есть это достаточно серьезная работа по хранению, содержанию архива. Нотариус обязан это делать, потому что он носит, архив вообще носит публично-правовое значение, не уничтожается. Еще один момент, мне кажется, важный. А когда вот вы упомянули о совершении сделки с квартирой, и то, что нотариус удостоверил ее, и установили мы правовой статус после этого, и сын отказался подавать иск, означает ли это, что нотариус должен как-то проверить все документы человека, который пришел к нему с документами, чтобы заключить ту или иную сделку? То есть какая-то проверка тех документов, которые к вам приносятся, она осуществляется? Конечно, осуществляется. В данном случае я вела речь о свидетельстве о праве на наследство по завещанию. То есть здесь была не сделка, не договор, а нотариус выдала свидетельство по завещанию, которое было написано мамой, в данном случае наследника по завещанию. А вообще, если речь идет о сделках, то, конечно, нотариус, если это тем более сделки по отчуждению недвижимого имущества, нотариус не только осуществляет правовую экспертизу документов, он в первую очередь работает с человеком. То есть он разъясняет все правовые последствия, устанавливает личность. То есть, вы знаете, тема сделки – это вообще тема отдельной, наверное, программы. Об этом можно много рассказывать. Не хотите выделять сейчас, достаточно... да, выделим в отдельную программу. Да, мы можем, конечно, хорошо. Более подробно об этом вот поговорить. Это тоже момент очень интересный, на который вы обратили сейчас мое внимание. Лично мой опыт общения с нотариусами, я хочу передать большое спасибо человеку, который работал со мной, не знаю, можно ли в прямом эфире, не будет ли это рекламой, но спасибо ей огромное. Дело в том, что когда я пришел, мне, по сути дела, была оказана юридическая консультация. Я пришел с определенным вопросом, сказал, я хочу сделать то-то и то-то. Мне сказали, вот это ты можешь сделать, вот это нет, вот это. Я сказал спасибо, встал и ушел. Я даже денег в тот момент не платил. Фактически мне оказали бесплатную юридическую консультацию. Это такая обязанность нотариуса, или это добрая воля, или просто, ну, вы такие хорошие люди, так хорошо ко всем относитесь. Вы знаете, мы оказываем всегда юридические консультации по вопросам, которые относятся к нашей компетенции, без какой-либо оплаты. Более того, вы всегда можете зайти, допустим, на сайт Федеральной нотариальной палаты. Федеральная нотариальная палата – это как раз тот орган, который объединяет нотариусов в рамках Российской Федерации. Можете увидеть там телефон горячей линии, то есть любое время вы можете позвонить, задать интересующий вопрос. А уже в режиме круглосуточно, ежедневно, вы можете написать на сайт Федеральной нотариальной палаты, там есть специальный раздел, и задать любой интересующий вас вопрос, вам обязательно ответят. То есть здесь, я думаю, всегда гражданин. Вообще у нас в Российской Федерации нотариус – это самый, наверное, доступный и близкий к населению юрист. То есть если мы будем говорить, допустим, о Соединенных Штатах Америки, об Англии, там семьи могут позволить себе адвоката, который вот защищает именно их интересы. У нас же, как и в большинстве стран Европы, это нотариус, который всегда поможет, расскажет. Он независимый арбитр, он не будет как адвокат, допустим, только интересы одной стороны. Он должен быть независим и максимально обеспечить законность документов, интересы каждой из сторон, обратившихся к ним. А получается тогда нотариус – это совершенно процессуально независимая фигура, да, которая может осуществлять свои действия процессуально, или все-таки это чересчур, в моем понимании? Вы знаете, нотариус, у нас основы говорят о том, что нотариус – это нотариус, занимающийся частной практикой. То есть, с одной стороны, нотариус независим при совершении нотариального действия, но четко подчиняется закону, он всегда ограничен рамками закона. Это все с другой стороны, да. Законы, либо подзаконных нормативно-правовых актов. С другой стороны, нотариус назначается государством, действует от имени государства. Поэтому он и его деятельность четко контролируется. Я еще хочу спросить вот об этом. У нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас и какой вопрос у вас? Меня зовут Колечкова Галина Васильевна. Я хочу задать вам вопрос. Девушка Ольга Фрик.
Так вот мне нужно. Да. У меня квартира сделанная. Я хочу на сына оформить завещание. Так, и что? И вы хотите что спросить? Как это сделать? Да, как это сделать можно? Куда обратиться? Спасибо, Галина Васильевна. Ну, не знаю, может быть, даже я ответил бы на этот вопрос, но давайте все-таки. Что вы посоветуете поэтапно, видимо, тогда подробно процедуру расписать, если можно? Вам нужно обратиться к нотариусу со своим паспортом. То есть данные каждого нотариуса вы можете посмотреть в Омской области, допустим, на сайте Федеральной нотариальной палаты, либо на сайте Нотариальной палаты Омской области. И адрес, то есть местонахождение нотариальной конторы, которое вам удобно, ближе к дому, вы можете позвонить, записаться на прием, прийти со своим паспортом и рассказать нотариусу о том, что вы хотите оформить. Обязательно нотариус вам поможет и оформит. То есть ничего не надо, кроме паспорта, нотариус сам составит договор. Это завещание. Завещание, при да. составлении договора нужны будут документы, а завещание, оно вступает в силу в момент смерти. То есть завещание это такая... Принести документы на квартиру нужно, да, правильно я понимаю? А вы знаете, это будет зависеть от того, какого содержания завещания. В принципе, если завещатель знает четко адрес квартиры, то и документы на квартиру не нужны. Может быть, завещатель хочет завещать имущество, которое он только в будущем будет приобретать. Поэтому он может завещать все имущество. Либо, допустим, что-то, что приобретет в будущем. Либо, ну это вообще право завещания, у нас свобода завещания. Я вспоминаю, здесь... знаете, такие романы Диккенса, все свое движимое и недвижимое имущество на момент смерти я завещаю такому-то и такому-то. Да? То есть все, чем я владею, неважно в данный момент или чем буду владеть в дальнейшем, автоматически по такому завещанию перейдут к моим наследникам, которые я прописал. Да, завещание вообще необходимо тогда, когда вы хотите уйти от установленного законом порядка наследования. Вот как в приведенном мной примере, когда мама жила с младшим сыном и хотела завещать именно младшему сыну. Он за ней ухаживал, либо просто она его больше любила. Здесь, знаете... Ну, чужая душа это потомки, неважно. Да. Это право человека распорядиться личным имуществом на момент смерти. Ох, боюсь, мы сейчас свернем с основной дороги тех вопросов, которые я вам хотел задать, но все-таки, чтобы далеко не отдаляться, я правильно понимаю, существуют наследники первой очереди, второй, третий, мы говорим об этом. Если нет завещания, то здесь вступит вот этот закон, первая, вторая, третья очередь наследники будут, и неважно, кого там завещатель больше любил или нет. А если мы хотим избежать вот этой очередности по закону, мы вполне себе можем там третьеюродному племяннику передать свою недвижимость или движимость, правильно я понимаю? Можем, да. Опять же, начитавшись всяких романов, возникает вопрос, существует ли такая норма, что мы кому-то что-то обязаны оставлять? Ну, в частности, несовершеннолетним детям и еще по каким-то причинам мы должны такому-то человеку часть своего имущества оставить вне зависимости от нашего желания. Ну, вот закон требует и все. Или таких правил у нас нету? Есть, обязательно есть. Есть у нас правило об обязательной доле в завещании. То есть независимо от содержания завещания, определенная долька должна будет перейти несовершеннолетним детям, недееспособным супругу, либо родителям наследодателя. То есть есть обязательные наследники, которые имеют право на обязательную долю. И при открытии наследства они могут либо обязательную долю принять, либо отказаться от обязательной доли. То есть это их право, но закон у нас всегда защищает интересы вот таких наименее социально защищенных близких людей к наследодателю. А это должен проверять нотариус или это потом человек должен через суд решать? Ну, условно говоря, некто завещал свою квартиру третьему лицу, а у него есть малолетние дети. Нотариус должен запретить эту сделку или потом впоследствии представитель несовершеннолетних должен это завещание оспаривать в суде? Нет, что вы, обращаются к нотариусу с заявлением о выделе обязательной доли в наследстве. Нотариус осуществляет расчет обязательной доли и выдает свидетельство о праве на наследство по завещанию, наследнику по завещанию и о праве на наследство по закону тем наследникам, которые имеют право на обязательную долю, независимо от содержания завещания, потому что они несовершеннолетние, либо пенсионеры по старости, но это обязательно должен быть очень близкий круг к наследодателю, к умершему, это дети, супруг и родители. Это мы возвращаемся к тому, что, пользуясь услугами нотариуса, мы фактически избегаем необходимости сложных судебных процедур, дожидаться, пока заседание начнется, приводить каких-то свидетелей. Можно все очень просто и практически в келейном режиме решить те или иные задачи юридические. Оформление наследства – это прерогатива, как раз-таки основная компетенция нотариус. Нотариус в этом специалист, он этим занимается и...
То есть достаточно успешно. Да, понятно. Ну, помимо всего прочего, вы же еще помогаете сделки заключать. И сейчас мы к этому вернемся. Просто один момент хотелось бы осветить сразу. Правильно я понимаю, что вы осуществляете своего рода предпринимательскую деятельность? Является нотариус предпринимателем или все-таки какой-то другой статус вы имеете? Нет, нотариус не является предпринимателем. Цель его деятельности не является заключение прибыли. Нотариус действует от имени государства. Он действует в рамках четко установленных законом, совершает нотариальные действия. И его целью является защита прав и интересов граждан и юридических лиц. Но не просто защита, а путем совершения нотариальных действий. Угу. Опять-таки путем создания вот таких бесспорных доказательств, удостоверение сделок, допустим, совершение удостоверения сделок, доверенностей. Сейчас, допустим, очень популярно это преобразование бумажного документа в электронный, когда, допустим, человек обратился к нотариусу с документом, ему необходимо его срочно отправить в другой город. И вот в течение минуты нотариус его преобразует в электронный документ и отправит в другой город. И человек его получит у нотариуса в другом городе. То есть не надо пользоваться почтой и так далее. То есть сейчас вот развиваются информационные технологии, это все очень доступно. Поэтому нотариус путем совершения нотариальных действий, тем самым он и защищает, упрощает жизнь граждан. Мы сейчас здесь многоточие поставим, потому что звонок и телезрители. Я еще раз хочу эту тему затронуть. Здравствуйте, как зовут вас? Я Вячеслав Юрьевич, это самое. Да, слушаем вас. Я вот это самое пенсионер, попал в затруднительную ситуацию. Уволился это самое с работы по болезни. Но у меня был кредит. И вот это самое, не могу ли я попасть это самое под как банкротство? Вы знаете, Вячеслав Юрьевич, я вот со своими гостями сразу договариваюсь, мы обсуждаем круг тех вопросов, которые у нас обозначены. У нас, я вот, ну не знаю, вы готовы сейчас отвечать на этот юридический вопрос? Это довольно тонкая, по-моему, мне сфера, и если хотите, мы можем вам эту возможность предоставить, но мне кажется, это немножечко выходит за рамки нашей беседы. Вы знаете, банкротство, вот нотариус, он имеет право только совершать те действия, которые установлены законом. Даже если я очень хочу помочь в той или иной сфере, допустим, там, в сфере оформления документов для банкротства, я не имею права это делать. Но это не сфера компетенции нотариуса в любом случае. Даже не потому, что сфера компетенции, а я ограничена законом тем, что имею право только совершать нотариальные действия, преподавать и еще научная деятельность, вот, все. Какие-то иные обязанности я, то есть помощь какую-то юридическую иную оказывать, допустим, судье и так далее, я не могу. Поэтому здесь вам просто нужно обратиться к юристу, я думаю, вам обязательно помогут. Есть юристы, которые как раз-таки специализируются именно вот в этой сфере. Ольга Владимировна, вы упомянули дивный, чудный мир. Я всегда с восхищением смотрю, как новые технологии вторгаются в нашу жизнь. Означает ли это, что в скором времени мы вообще сможем, не знаю, дистанционно заключать какие-то договоры, оформлять наследство без похода к нотариусу, ну, вживую, что называется? Сейчас, тем более с нашей ситуацией, с этой пандемией, это вообще актуально становится. Или пока об этом рано говорить, все-таки личная явка необходимо будет. Вы знаете, вот здесь очень важно проводить различия между заключением договора дистанционно и непосредственно заключением дистанционных сделок с участием нотариусов. То есть, когда речь идет о договоре, а это, как правило, сделки с недвижимым имуществом, нотариус в обязательном порядке должен поговорить с человеком, его увидеть, установить личность и, главное, разъяснить правовые последствия, установить желание, что человек действительно желает заключить эту сделку, а не какую-то другую. Допустим, если приходит, например, бабушка и хочет подарить свою квартиру внуку, но при этом она написала требования, которые она предъявляет к внуку, чтобы он потом сделал, это уже не дарение. Здесь есть встречные обязательства, которые внук должен выполнить. Это рента. Вот это все нужно разъяснить. Невозможно сделку заключить, не установив личность. Я вот с вами общаюсь и понимаю, насколько я юридически дремучий человек. Для меня каждый раз какие-то новости. Ну, наверное, я не юрист, так и должно быть. То есть получается, что вот эти все документы на наследство или прочее можно оформлять с условием, ты получишь наследство только в случае выполнения каких-то обязательств? Или я неправильно понял ваши слова? Конечно. Если это дарение, то эта сделка не может быть под условием. Здесь я дарю. Дарение, понятно. Я ничего взамен не требую. Если же это, допустим, завещание, то здесь могут быть отказополучатели, то есть те лица, в пользу которых сделаны какие-то, допустим, ну, например, я завещаю своему сыну при условии, что он предоставит моей дочери право проживать в квартире, которую я завещала сыну. Например, вот
такое может быть положение в завещании, то здесь да. И это все тоже решает нотариус, он все эти пункты прописывает. И... Знаете, мы не решаем, ну, мы в смысле, в процессе диалога мы стараемся выяснить, что же действительно хочет человек. Желает ли он подарить, либо все-таки подарив, он ждет, что какое-то встречное обязательство будет выполнено. Что, допустим, внук будет за ним ухаживать, приносить продукты и так далее. То есть поэтому необходим личный контакт. Нет, ну это нормальная практика. Клиентом, да, у меня есть квартира, я ее тебе ее отдам, не подарю, но отдам, но на условиях, пока вот я живу, ты, пожалуйста, делай тот и тот. Или, а если, допустим, можно оформить посмертные условия, в данном случае человека уже нет с нами, но определенный ряд требований все равно необходимо. Да, это и называется завещательный отказ. Возможно, завещательный отказ или завещательное возложение, это все можно предусмотреть. Но вот если мы вернемся к дистанционным сделкам, то действительно сейчас в скором времени возможно будет заключение дистанционных сделок, когда, допустим, ко мне приходит покупатель в Омске, а продавец находится в Москве. И мы вместе с нотариусом Москвы, он приходит к нотариусу Москвы, я, в свою очередь, человек, который в Омске, приходит ко мне. Мы с нотариусом Москвы создаем электронное дело, то есть мы оформляем вместе. То есть получается, здесь документы, по сути, проходят две правовых экспертизы, как мою, так и нотариуса в Москве. То есть мы удостоверяем сделку дистанционно, то есть работая параллельно, работая с друг другом и с человеком. То есть не надо ехать в город, где заключается сделка? Не нужно, не нужно оформлять доверенность, что тоже носит каких-то, какой-то степени рисковый характер. Пожалуйста, приходите вот таким образом. Это будет возможно с 29 декабря. Ну, то есть можно сказать, что это будет возможно с 1 января 2021 года. Такие дистанционные сделки, я надеюсь, что они появятся, за ними будущее. А вот что касается сделок, которые заключаются в простой письменной форме, сегодня, когда человек просто вот вставляет флешку в компьютер, мы не знаем, покупатели особенно здесь рискуют, мы не знаем, кто от имени продавца эту флешку вставил. Что такое дистанционная форма? Это использование цифровой подписи, когда сделка в простой письменной форме человека. То есть мы не знаем, здесь вот много рисков и много было таких ситуаций проблемных. У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, как зовут вас? Это у меня спрашиваете? У вас спрашиваем, да. Нина Григорьевна. Нина Григорьевна, что хотели спросить? Я хотела спросить такой вопрос. Хочу завещать квартиру сыну, но с условием, чтобы до конца своих дней проживал в ней муж. Квартира на мне, а прописана я и муж. Нина Григорьевна, а вы давно смотрите нашу программу, вот эту вот сейчас в эфире в прямом? Нет, вот я сейчас включила. Мы буквально две минуты назад, Ольга Владимировна ответила на ваш вопрос подробно. Я вам рекомендую посмотреть ее или в записи, или в интернете, когда она туда будет выложена. Нет, мы не сделаем, мы старые, у нас записи нет. Вкратце, вы можете обратиться к ближайшему нотариусу, и он совершит подобный договор наследования, будет заключен на ваших условиях. Если вкратце, к ближайшему нотариусу, и все вам там помогут. Хорошо? Нет, вы мне скажите, я поняла, что можно. Можно. Можно, да, можно, да, да. Спасибо большое за звонок. Вот еще один вопрос нам поступил. Если соседи купили на двоих технику для обработки земли и договорились о совместном использовании, такую договоренность нотариус фиксирует? И вообще подобные соседские решения нужно заверять у нотариуса, как вы считаете? Нет, в этой ситуации вы можете заключить договор в простой письменной форме. Как правило, к нотариусу обращаются тогда, когда это строго установлено законом. Ну, допустим, оформление наследства. Либо удостоверение сделки по отчуждению недвижимости, где собственник несовершеннолетний ребенок. Вот здесь без нотариуса вам точно не обойтись. А вот если речь идет о технике, о каких-то соседских отношениях, конечно, это может быть договор в простой письменной форме. Как правило, нотариус там, где речь идет о недвижимости. То есть, поскольку недвижимость вообще может быть один раз в жизни человек купил, это для него жизненно важная сделка. И здесь, конечно, спешка, она не должна быть. В начале программы вы сказали, что вы позволяете избежать юридических сложностей, связанных с походом в суд. Все-таки, если подстраховаться и соломки можно, подстелить, конечно, да, можно, то есть никаких проблем. Да, да. То есть можно и заключить, пожалуйста, и на бумаге, да, между собой, но можно и у нотариуса заверить, конечно. Лишним не будет. Там же может быть сейчас техника довольно дорогая, вы знаете ли. В принципе, я только приветствую, когда люди... Смотрите, очень интересно всегда мне вот этот удивный, чудный юридический мир, люди, которые в него приходят, я так понимаю, это целое такое сообщество нотариальное у нас есть. Что это за сообщество, кто его представляет, как вы организуете?
организованы, а существуют ли какие-то органы вас контролирующие или вы самоподдерживающаяся такая структура? Вы знаете, нас контролирует суд, это основной контроль. То есть только суд может признать незаконным нотариальное действие, больше никто. Вот. Но тем не менее, каждый из нас является членом нотариальной палаты. В данном случае это нотариальная палата Омской области, а уже на уровне федерации мы объединяемся в федеральную нотариальную палату. И в свою очередь федеральная нотариальная палата, с одной стороны, она координирует нашу деятельность, а с другой стороны, она помогает гражданам, так же, как и нотариусы. Вот сегодня федеральная нотариальная палата ведет определенные сервисы, которые очень помогают. Допустим, реестр залогов движимого имущества. Вот вы покупаете автомобиль, который, допустим, не новый автомобиль покупает человек, но даже если новый, это не будет лишним. Вы заходите на сайт Федеральной палаты, в реестр залогов движимого имущества, набираете ВИН автомобиля и смотрите, не в залоге ли это транспортное средство. Это совершенно бесплатно? Это совершенно сервисы, которые существуют за счет Федеральной нотариальной палаты. Они обслуживаются. То же самое, допустим, существует сервис проверки доверенности. Вы заключаете договор, контрагент по доверенности, и вы не знаете, а вдруг это поддельная доверенность или еще какие-то проблемы, либо она отменена. Также можно зайти, это тоже совершенно бесплатно, вот в режиме круглосуточном, можно сказать. Нет, ну это здорово, просто об этом мало разговаривают. Вы заходите на сайт Федеральной нотариальной палаты, задаете реквизиты доверенности, и уже выходит, есть ли такая доверенность, удостоверена она нотариусом, либо нет, не отменена ли она. То есть это большая гарантия. Вообще о популярности таких сервисов свидетельствует то, что обращение уже, наверное, около 2 миллионов, вот, допустим, по доверенностям, за проверкой доверенности, очень большое количество обращений. Вы позвольте, мы сейчас зададим слово телезрителю и продолжим. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Оксана. У меня такой вопрос. Мы вступили в наследство по закону. Умерла мама, остался садовый участок с сестрой. Вот, значит, могу ли я свою часть, одна вторая у сестры, одна у меня, могу ли я свою часть продать, либо подарить своей сестре, значит, не пользуясь услугами нотариуса? В простой письменной форме возможно это или нет? Или здесь нужен все-таки нотариус, и все это оформляется через нотариус? А вы в наследство вступили по закону? По закону, по закону. Наследство было по закону. Ясно, Оксана, спасибо. Что скажете? Нотариус здесь нужен в обязательном порядке, потому что здесь будет продаваться либо дариться доля земельного участка, а не целый. Поэтому без нотариуса здесь не обойтись, поскольку оформление сделок с долями имеет определенные особенности, которые нужно проверить. Но вы здесь сильно не должны переживать. То есть сейчас это очень удобно. Мы работаем в режиме одного окна. То есть вы обращаетесь к нотариусу, нотариус собирает документы, нотариус составляет договор, нотариус отправляет права на регистрацию. Отличная функция. Скажите мне, я прочитал в интернете сегодня, что у нотариуса можно практически вот действительно прийти и весь пакет документов оформить, никуда не бегая. Что это за история такая? Это давно началось? И какие вы можете по этому поводу услуги оказывать? Вот прямо вообще просто прихожу, и все делаете вы. Мы дистанционно запрашиваем, допустим, если вот применительно к данной ситуации, мы обязательно запросим Росреестр об отсутствии обременений. В данной ситуации также необходимо... у нас продается другому сособственнику. В данной ситуации мы проверяем участников договора на предмет того, не является ли банкротом кто-либо из участников договора и так далее. То есть мы заранее проверяем достоверность документов, удостоверяющих личность. Если утеряны правоустанавливающие документы, мы можем заказать справку о содержании правоустанавливающих документов. Впоследствии составляем договор. Естественно, мы при составлении договора обязательно беседуем с участниками договора, чтобы изложить не только существенные условия, которые нужны, поскольку в каждой ситуации, допустим, для одних какие-то условия будут важными. Вот чтобы все важные условия, они вошли в текст договора, важные для сторон, а не только в силу закона, требуют закона определенные условия, но еще и дополнительные какие-то. Мы составляем договор, он подписывается. На основании договора мы отправляем документы на регистрацию права нового собственника и впоследствии выдаем уже выписку, где у нас покупатель. Ольга Владимировна, будет собственником. Времени не осталось совершенно, друзья мои. Да. Но вы понимаете, да, вопросов еще не освещенных осталось множество. То, что вы мне прислали сейчас в интернете, я это никуда не дену, буду по возможности задавать своим гостям, которые будут приходить в мою передачу. Вам спасибо огромное, что пришли, ответили на вопросы и рассказали о том, насколько действительно сложна, важна, а главное... Вот прямо без нее, я так понял, не обойтись, профессия нотариуса. Честь и хвала вам, что вы рядом с нами, помогаете нам решать законы в области юриспруденции. Ну, а я с вами прощаюсь, с вами был Владимир Головкин, берегите себя и не нарушайте закон.